Непростые ситуации жыхароў Лагойскага района и способы их вырашения сегодня разглядел на особистом приеме помощник президента Беларуси, инспектор по Минской области Игорь Яусеев. Больше за десяток пытаний, а это земельные, маёмостные спрэчки, призначение пенсии и допомог. Сред тех, кто извернулся, и жыхарка Лагойска Людмила Попова, в распоряжении якой дом на ускраине города и участок земли. Там же находится и господаршая побудова, якая подлягала зносу. Але покольки ни физичная, ни эстетичная шкоды городу она не приносит, на приеме вы решили покинуть ее на месте и еще раз переглядеть документы. Я очень благодарна, что приехал в наш город помощник нашего президента и выслушав с меня лично вот с такими вот проблемами, которые я несу уже целый год и немножко устала и переживаю, извините. Вот, но вы как бы решили в мою пользу оставить мое строение. Действительно, очень много земельных вопросов. Соседка с соседкой поспорили, где-то не своевременно, и органы, представители органов государственной власти, БТИ, отдела по земледелию приняли несоответствующее решение. И, как мы видим, сегодня эта гражданка обратилась. Поэтому, ну, может быть, мы поступим сегодня, исходя из складывающейся ситуации. Найдем выход, норму закона или на местном уровне примем решение. Ну, не сносить сегодня дом, когда человек им уже пользуется этой постройкой и при этом не причиняет никакого вреда, ущерба. Игорь Яусеев так само отзначил, что сочится за ходом подрыхтовки сельгасорганизации до вясени полявых работ. У господарках центрального региона зараз ведется ремонт техники.